приветствую любителей приключений, путешествий, сталкеры, бушкрафтеры, зрители канала, те, кто случайно сюда попал. Сразу скажу, я на своем канале обычно рассматриваю, распаковываю, делаю обзоры различной такой а-ля туристической экипировки, но не брендовой, а ищу золотую середину. То есть цена-качество. Итак, очередная посылка у меня сегодня с Китая. И это у нас очередной подсумочек. Очень сразу вижу хорошая вот эта незвенелка на молнии. Обычно китайцы жмотятся. Цвет такой, как я просил, сразу койот. Такой а-ля хаки. Не знаю, почему китайцы его хаки называют. Для меня хаки — это немножко другой цвет. Итак. О, люверс. Ну, на фото он тоже там есть. Кнопочки. Усиленные. Прошиты вдвойне стропы. Достаточно мощные. Так, уже вижу один косяк. То, что гребаные китайцы замутили, смотрите, швы прямо посередине молли. То есть, как они вообще думают, я буду тут просовывать. Хорошо, что они хоть еще по размерам подходят. По ширине, имею в виду. Ну, вот уже косяк, конечно, неприятный. Неприятные. И кнопка опять тут же. Вот. Хоп. Ну, что я могу сказать? Теоретически, ну, блин, ну жить можно. Но вот это такая неприятность, то, что взяли китайцы, прихерачили систему моли посередине, вот этот вот швы качественные, зигзагом. Ладно. Пойдем дальше. Сверху навешали тут кучу тоже. Опять же, я не знаю, вот эти вот... Кто-нибудь напишите вот это нечетное число вот этих вот ячеек. Это вообще кошерно? Я что-то не понимаю. Если я сюда буду прикреплять, например, вот такой подсумок, мне его придется где-то сбоку вот так вот. Сбоку где-то вот так крепить. То есть не посередине, а вот так вот. Ладно. Так. Опять же, вот эта ткань, не знаю, Оксфорд или Кордура. Ничего так не написано. На сайте не помню, что мне тоже писали. Но швы прошиты тесьмой такой. Ткань достаточно прочная. На вид очень даже качественная. Так, длину. Давайте сейчас замерю длину. Так, длина от... Тут у нас... Ну, ориентировочно... Ну, в принципе, 20 сантиметров с натяжечкой можно дать. Так, в принципе, и писалось на сайте у китайцев. Так, ширина, толщина 5,5. Не помню, сколько писали там китайцы. Ну, даже тут 5,5 трудно назвать. Это с натяжечкой 5,5. 5,3. Ну и... В принципе, тут ширина у нас от шва до шва вот 10,5. Так. И этот подсумок заказывал вот момент истины под вот эту свою солнечную батарею. Боялся, что не подойдет. И вот он, момент истины. Аля, все влезло. Тьфу-тьфу-тьфу. Елки-палки. Специально заказывал вот этот вот подсумок. Вообще не мог найти нормальный подсумок. Долго охотился, можно сказать, полгода за таким подсумком. Даже уже скинув все вот эти косяки на
на том, что здесь пошито. Я хотел специальный подсумок, который бы впритык подходил под вот эту солнечную батарею мою. Я очень боялся, потому что китайцы любят присылать товар на сантиметр меньше, а там в описании было, ну прям очень прям впритык к моей вот этой батарейке. И как бы сами понимаете, что эту батарею не всегда-то носишь. Постоянно перебирать рюкзак не очень-то охота, и лезть за батареей там куда-нибудь в клапан тоже вот среди мелочевки неохота. Я хотел специальный подсумок такой для как бы электроники. То есть тут у меня еще есть свободное место для пауэрбанка, для каких-то там проводов, шнуров, запасных там батареек. В общем, ну, половину занимает вот он, батарея, вот, половину подсумка. Вот это да, вот это я давно ждал. Теперь я поеду на слет, на туристический слет с этим подсумком. Прикреплю его где-нибудь. Он у меня будет, получается, под рукой уже. Так, вот мой рюкзак. Что-то тут расстегнуто. Вот. Скоро он будет наполняться, так как скоро в поездку, буквально через 4 дня. Пока вытащим. Сбоку тут мы видим тоже нашито, это Raptor 60. И вот я думаю, куда-то вот сюда вот будет подвешен сбоку. Бутылка даже тоже поместится. Вот, вроде бы, вот сюда вот он неплохо встал под сумочек. В принципе, противовес палатки. И на эту сторону еще можно будет какой-нибудь тоже маленький подсумок повесить. И вот место еще для подсумка. Опять же, сверху. Нет, удобно. Система моли удобна. Что не говорить, рулят. Не будет мне... Ну, черт с ним. Китайцу я скидку сделаю на то, что хоть, блин, размер подошел. Потому что я, честно говоря, либо подсумок большой на сайте, либо вообще маленький. То есть какие-то там, ну, вот именно такой вот, именно вот, чтобы подошел под вот эту вот батарею, я очень доволен. Ладно, уже на все эти китайские косяки я закрываю глаза. Вот. Ну все. На сегодня у меня закончен мой выпуск. Подписывайтесь, кто не подписан. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Всем удачи, пока.